Евреи не верят в ад? Конечно же верят, и еще как верят. И это одна из основных сил, которая, в принципе, человека должна как-то мобилизовать. Ад. Что такое ад? Ну, так и называется в переводе ад. На иврите, на святом языке это называется гейном. Было даже такое явление, что отход от традиционной веры произошел в какой-то момент, примерно 2000 лет, 300 назад примерно. Когда на одном из уроков учитель сказал своим ученикам, что не служите Всевышнему как рабы, которые служат ради платы, а служите Всевышнему как рабы, которые служат не во имя платы, а во имя своего господина. Ученики подумали, что, видимо, нет ни платы, ни наказания, и они оставили тот путь, который им предполагает Тора, предлагает Тора. Конечно, у нас есть понятие о рае и о аде. Ад – это место, где проходит какая-то чистка человека. До этого, видимо, если человек достаточно много натворил, есть еще дополнительные какие-то предадовые такие моменты. И потом человек попадает в ад на какое-то время, образно говоря, скажем так, на 12 месяцев. Он там очищается и переходит со светлой головой, с прочищенной совестью в рай, где он получает невероятное наслаждение от близости Творца, где хорошо и здорово.